Это «Давеча», и мы продолжаем. Ребенок с редким заболеванием получит жизненно важные лекарства через суд. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области. Установлено, что мальчик страдает редким орфанным заболеванием миопатии Дюшена. Курс лечения на год составляет более 120 миллионов рублей. Родители ребенка обратились в региональное министерство здравоохранения с просьбой обеспечить сына лекарством. Но им в этом отказали, ссылаясь на то, что препарат в России не зарегистрирован. Прокуратура провела проверку и обязала через суд обеспечить ребенка лекарством за счет бюджета. По результатам рассмотрения искового заявления прокуратуры, суд признал требования законными и обоснованными. Исполнение решения суда обращено к немедленному исполнению. Фактическое обеспечение ребенка-инвалида лекарственными препаратами находится на контроле руководства прокуратуры Кировской области.